Убрать мусор в округе вместе, приглашают жители Уссурийска. Завтра пройдет общегородской субботник. Среди участников – сотрудники администрации, думы, разных предприятий и компаний, волонтеры, неравнодушные жители. В планах – очистить от мусора и сухой травы территории около многоэтажек, контейнерные, детские и спортивные площадки. Отмечается, что необходимый инвентарь по запросу должны дать в управляющей компании. А мусор, который соберут участники субботника, вывезут на полигон бытовых отходов «Бумеранг». Если остались вопросы, на них ответят по телефонам 32 22 11 и 32 31 31.